Коношакском районе новый коррупционный скандал. В бюджете не досчитали 6 миллионов рублей. По данным следователя, именно на такую сумму была завышена стоимость здания, купленного районом под больницу. Приобретение муниципальную собственность администрации Коношакского муниципального района здания под больницу в селе Большой Куяш. В результате этого были необоснованно растрачены бюджетные денежные средства на сумму более 6 миллионов рублей. Следователи уверены, стоимость здания намеренно завысил глава Коношакского района Вадим Закиров, а разницу якобы забрал себе. Таким же способом, согласно данным расследования, Вадим Закиров заработал на покупке детского сада. Прокуратура уже оспорила в суде предыдущую сделку. Дошкольное учреждение закрыли, деньги возвращены в бюджет. Теперь будет решаться вопрос с больницей. Добавлю, что сам Вадим Закиров на время следствия находится под стражей.